Эти кадры опубликовал житель Ульяновской области. Пасека мертва, практически все пчелы погибли, а земля буквально усыпана мертвыми насекомыми. И мы к себе на пасеку и наблюдаем вот такую вещь. Вот мертвые пчелы. Я не знаю, сколько осталось их живых. Не знаю теперь, к кому обращаться, кто за это все отвечает. У каждого улья мертвые пчелы горстями. Прям вон они лежат. Вон горстями. Помирают остальные пчелы. Сложно представить, в каком шоке находился от увиденного хозяин. И он не одинок. Случаев сотни по Ульяновской области, тысячи по стране. Соседние регионы ПФО и субъекты федерации в других округах как под копирку. Вся работа, все средства затраченные, силы. Все псу под хвост. Весь сезон на смарку. Все благодаря агрономам, которые в Ярыклинске опрыскали поля. Ульи находятся вблизи полей. Тех, кто пасеку содержит около леса, такая проблема не застала. По оценке профильного министерства, по всей Ульяновской области от действий аграриев пострадали около 100 пчеловодов. Погибло практически 2500 семей пчел. Это при том, что еще в феврале на съезде пчеловодов ПФО рассматривался вопрос взаимодействия с агрохолдингами. Приняли решение с пчеловодами для того, чтобы выстроить коммуникации между аграриями и пчеловодами, создать некий совет пчеловодов, где также, соответственно, это форум, был избран председатель совета. И далее, соответственно, эта работа уже продолжалась уже в неком таком организационном формате. Одной из причин сложившейся ситуации Семенкин назвал закрытость пчеловодов, отсутствие регистрации личного подсобного хозяйства. Сергей Морозов парировал: научите, наконец, приводить документы в нормативное состояние. По поручению главы региона пострадавшей стране выплатят компенсации. Предварительно по 3500 за каждую погибшую пчелосемью. Однако с пометкой, имеющим ветеринарно-санитарные паспорта пасек и записи в хозяйственных книгах. Анжела Забашта, репортер 73.